Всем добрый день, мы с вами на границе пляжей Багратион и Взморье. Время уже за полдень, 12.30, что ли, не помню точно. Погодка нормальная, ветра нет. В море несколько рыбацких лодок. Раз, два, три. Прямой видимости. Море успокоилось. Красивое, большое. Ну, небольшое море. Такое, такое было. Пляж. На пляж обратил внимание. Вот сейчас вот мы здесь сразу пляжем. Багратион. Я замечаю, как он увеличился постоянно. Я, наверное, вам говорю, когда прихожу сюда. Вот такой вот стал большой Багратион в море. Я так понимаю, место это нравится многим, видите. Люди приходят к морю полюбоваться. На берегу появился песочек. Обязательно надо что-нибудь снять такое для инстаграма. Там где песочек, камешки, море вообще красиво. Море хорошее такое, смотрите, такая белая чистая пена. А вот дельфинов не вижу. Не приходят нынче к нам дельфины почему-то. Температура воздуха вот сейчас плюс 16 градусов, очень даже теплая зимняя температура, вот. Скажу я вам. Вот и все, наверное, все. Что еще надо? Только красивую волну поймать и заснять ее. Что я сейчас попытаюсь сделать. Всем доброго дня. Такой вот коротенький ролик в пляже. Смотрите, как она хотела меня предательски намочить. Меня хотела, а кого-то намочила вам, девчонка. А я как-то мне показывал, рассказывал. Еще и хотел в инстаграме снимать. Всем пока. Привет из Владивостока.